Selam aleyküm, sabahlar hayır. Efirde yeni de ruhiyat rubrikasıdır. Bugün biz osmurluk çağı hakkında laf isteyecekmiz. Balanız sizge söz kaytara mı? Bala ve sizin aranızda anlaşılmamazlıklar peyda ola. Bu vakit osunu nasıl alıp barmak gerek? Keliniz bu hafta laf edeyek. Osmürlük çağı bu insanın en parlak inkişaf etken vakıtıdır. O insan ömrünün gurdeli bir devri devamında keçe, yani balanın 11-12 yaşına kelgeninin başlana ve er bir balada öz cesine sonuna keli. Esasında 15 yaşından 18 yaşına kadar. Tamam bu devirde ana baba ve bala arasında bazı anlaşılmamazlıklar da peyda olan. Конечно, глобально в целом, да, я не могу сказать, что прям отличаются. Те проблемы, которые были у подростков там 10, 20, 30 лет назад, они, конечно, такими же остались, может быть, немножечко модернизировались. Единственное, есть, конечно, такие незначительные, да, отличия. Современные подростки, они стали более амбициозными, они стали больше любить и ценить себя. Они стали лучше понимать, чего они хотят, да, опять же, в силу того, что сейчас очень много информации, много разнообразия разных предложений, да, и подростки уже в этом разбираются, они постоянно сидят в интернете, да, и из-за этого, кстати, есть и негативные последствия, да, то, чем тоже отличаются современные подростки, это расфокусированность внимания, очень ослабла концентрация внимания за счет, опять же, интернета и разных соцсетей и игр, да, внимание, оно достаточно разбросано и расконцентрировано. И еще такой, да, огромный минус у современных подростков – это повышенная тревожность, повышенная агрессивность. Тоже, опять же, за счет информационного шума и за счет обильности соцсетей в современной жизни молодежи. Все, что было в детстве, все оно актуализируется в подростковом возрасте. Да, и поэтому здесь важно понимать, что доверие, внимание, определенные отношения в плане там, структуры, авторитета родителей нужно выстраивать еще с детства. Но если не было этого сделано, конечно, можно это все начать делать в подростковом возрасте. Конечно, это будет сложнее, да, конечно, будет больше противоречия, противостояния, но это тоже возможно. Шынын үчүн баланын бул вакыттагы тәрбиесине да зияде диккат айырып, мукайт болмага керек. Мен эсе бул ноктада сиз Зеленев беттеги рубрикамызга кадар сагылыклашып, сизге кайрылуу күндөр тилейм.